Ну что за безобразие такое, а? Когда выборы, их они обещают много. Как прошли выборы, так все. Что обещали? Вот конкретно. Обещала давай. Нам сделать двор. Обещала нам детскую площадку сделать для детей. Ну что, вот он сделал. Он даже ни разу не появился. Разделили пополам двор, да. Это значит другое государство, город. Это другое государство. Вот он покосил, все, а это все осталось. Нет, но почему к этому двору такое отношение, с Сивугая? Ведь общежитие густонаселенное, вот столько детей, народу. Оно или же... вот дерево, ведь оно вот уже держится еле-еле, вот это вот основной ствол может просесть, упасть и придавить ребенка. Нет, там это... будет играть. Хорошо, что никого еще не придавило, хорошо, что. А ведь могло придавить, у нас же осень, вот такая процедура точно была там. Так тогда и сам начальник прибежал, и пилу нашли, все нашли. А вы, получается, вы кому принадлежите? Кто мы вот? К управлению первому. А это... Первая городская, а это ТСЖ «Мир». Мир или город, я не знаю, может, как это «Мир». Никому он не нужный. И убирают то, как через пень колоды, вообще не знаю. Вот помогите нам насчет машин-то, и детей вообще носят, это, ну, мысли. И дети, в основном-то, ихние дети здесь. Ихние дети здесь, ну что вот это. И то даже прошлогодний песок не могут привезти. Ну, это осенью, когда Батина, депутатов выбирали, да, вот они привезли, бросили. Тут и собаки, тут и кошки, и тут и дети играют. Как дети здесь играют? Ну, никаких условий, ничего. Вот одна песочница. Это дерево лежит уже сколько. Обещали всего, ничего нету. Так они все обещают Золотые горы. Как выбор окончится, все. Маша, и на этого самого, на мэра более-менее, как сказать, надежды возлагали. Да. Тоже они... Вот идемте, посмотрите, какая у нас дорога. Пойдемте. Вот это, да? Да, человек делал ремонт, засыпал яму одну. Больше никто не делает ремонт и некому засыпать. Тут всего-то делов. Я скажу, сейчас при советской власти, хоть и сейчас ругают многие ее, но намного было больше порядка. И занимались вот этими дворами. А сейчас все частное, никому не надо, только мне нужны деньги. Кошельки набивать. Вот. Сейчас не правильно говорят, сейчас век жестокости и денег, больше ничего. Ничего никогда не интересует.